В маленькой деревне передвижной клуб – настоящее событие. Дома культуры нет, жителей немного, место встречи – сельский магазин, он же импровизированная сцена для районных артистов. Ой, подружка моя, у нас Санечка один, ты ревнуешь, я ревную, давай лучше продадим. Местные жители, публика благодарная, и подпоют, и свою частушку затянут. 15 минут выступления, еще долго в деревне будут вспоминать мини-концерт. От песни вроде как и жить веселей становится. А уж если праздник, так это вообще событие масштабное. День деревни проводят раз в году, и то не везде. А польза от мероприятия огромная. Организаторы уверяют, что такие события заставляют населенные пункты взбодриться. Ведь участвует в них вся деревня, а готовят к нему не только песни и танцы. Здравствуйте, миленькие, все односельчане. В кукушках с самого утра настроение у жителей приподнятое. К этому дню они готовиться начали еще зимой. Для деревни праздник – настоящее событие, и участвуют в нем все. Ночь перед днем X у хозяек выдалась тяжелая. Готовили угощение для гостей. Мы приготовили русскую кухню, народную русскую кухню. Мы картошечки сварили, груздей, шанек настряпали всяких. Из картошки, из морковки, капусты, груздочки, молочко, травник сварили. Травник – это что такое? Травник – это квас, русский квас на травах. По русскому старинному обычаю примите низкий наш поклон. Угощайтесь, пожалуйста, хлебом наших мастериц. Деревне кукушки милости просим! Я в этой деревне родился и рос, учился, женился, прославился в хоз. Кукушки, кукушки, родные края, кукушки, кукушки, деревня моя. Сами поют – это местный коллектив «Реченька». Сами приготовили угощения, развлечения тоже силами местных. Да и отмечать будут своей деревней. Из гостей только представитель районной администрации. Поэтому праздник получается всегда народный. И такое увидишь только в деревне. Участвуют в нем не только местные жители, но и местная живность. Это в городе батуты, а здесь их с успехом заменила лошадь. Лошадь-леди в обычной жизни совсем не леди. На ней пашут и картошку окучивают, и даже мусор вывозят. И только по праздникам она наряжается и превращается в главное развлечение для местных жителей. С песнями и рассказами про деревню идет шествие по улицам, останавливаются у каждого дома. Мы вас приглашаем в гости к нашему столу. Гости пришли, дорогие пришли. Мы не зря давник варили, пироги пекли. В день деревни вспоминают о старожилах, тружениках, семейных парах, которые много лет вместе. В этом доме супруги на днях отметили бриллиантовую свадьбу. 60 лет бок о бок. Гости дорогие, давно мы вас ждем. Спасибо, что пришли нас поддержать. Деревне почти 3 века, основали ее двоедание из Вологды. Здесь до сих пор слышится в речи характерное оканье. Переселились предки из местечка Кукуши. Отсюда, скорее всего, и название – Кукушки. Но местным нравится другая версия. Первую хату, когда срубили на нашей стороне туда, и, значит, кукушка прилетела, и назвали Кукушки. Кукушки. Деревни. Кукушкин основал, наверное, какой-то по фамилии. Да? Правильно. Старожилы вспоминают, было в деревне 360 дворов. Кукушки и сейчас немаленькие, около 500 жителей. Обычно праздник проводят в малых деревнях, но в этом году выбрали достаточно крупный населенный пункт. Такой праздник в Исетском районе проходит раз в год для одной деревни. Населенный пункт выбирают, и здесь главный критерий – желание и готовность жителей принять участие. Я так думаю, что этот праздник нужен для активизации населения, чтобы деревня немножко встряхнулась и ожила. Потому что главный эффект от этого праздника все-таки социально-экономический. На территории школы провели благоустройство, сделали ямочный ремонт на дорогах. Все жители выкосили траву, покрасили заборы, чтобы не упасть в грязь лицом. Ну так, конечно, важный. У нас его сроду не бывало, впервые так, ясно, важный.
Надо же народу-то, как говорится, повеселиться. Хлопаемся, хлопаемся, надо же себе отдых маленько дать. Казалось бы, обычный праздник, но в деревнях он открывает второе дыхание. Краску купили, покрасили с бабушкой обои, да почему? Потом давай опять белую взяли, тут подкрасили. Потом давай рисунки это рисовать, тут дочь помогала, конечно, и сами такому нарисуют. Шары привезли, вот они тоже сами купили. Тут тоже кое-что взяли на стол поставить, так как надо, чтобы грязь лицом не ударится, правильно? Это жители маленькой деревни с символическим названием «Малыши» рассказывают, как они готовились к празднику. Старожилы вспоминают, на селе всегда все с песней делалось, она и жить, и строить помогает до сих пор. На заготовках была. Была на заготовках и везде частушки пела, сама. Пела она частушки. А я балайкаю, только балайкаю. И поем, и плачем, и все. Балалаечку люблю играть, мне научилась, а кто моему сердцу дорог. Деревня перед праздником преображается, а запала хватает еще на несколько лет. Проверено. К тому же сельский колорит, который проявляется на таких мероприятиях во всей красе, еще и деньги приносить может. Это Ялуторовский район. В Ивановке День деревни отмечают каждый год на Ивана Купалу. Названо село в честь Иоанна Крестителя. И к этому дню всегда вспоминают традиции. Как вязать березовый веник, как плести венки и потом бросать их в воду. А еще было принято загадывать желание делать обереговое дерево – куполинку. Верили, что если повязать на него ленточку, все задуманное исполнится. В этот день должен искупаться каждый. Поэтому, чтобы попасть на праздник, нужно пройти через такую мокрую, но очень веселую процедуру. Живут здесь зыряне, традиций сохранилось много. И вот все это вылилось в новый туристический маршрут, первый этнографический. Теперь Ивановка будет принимать туристов. И если бы не День села каждый год, может, и потерялся бы весь народный колорит. Много лет жители работали на праздник, теперь праздник будет работать на деревню. Эта история в Упоровском районе началась в 2006-м, когда закрыли клуб. Ветхое здание признали непригодным, но жители не дали его разобрать вандалам, а взяли под свою опеку. 10 лет они сами красят полы, латают дыры в крыше и проводят праздники своими силами. Изначально свой клуб назвали «Дворцом культуры», но в этом году понизили до избы. Здесь все по-серьезному, хоть и на самодеятельных началах. График работы – 13 праздников в год, отчет о каждом. Все должности оплачивают в соответствии с местным законом об альтруизме, и свои обязанности жители исполняют добросовестно. Мы стали ближе к народу, мы переименовали клуб в избу. Изба читальня, значит, все люди собираются, значит, ну, книжек, конечно, нет, но все радуются, празднуют. Соседний клуб сельхозтехники раскатали на скотный двор, как бы сказать. Ну, я не хочу, чтобы и нашу клуб, нашу избу раскатали на скотный двор. Идея сохранить клуб принадлежала родителям Леонида Перминова. Их уже нет, а дело живет. Аппаратура в избе тоже народное достояние. Все приобреталось на свои деньги. Андрей Панкин – житель соседней деревни, он механизатор. Но здесь Васеева – певец и музыкант. Это вообще, это здорово, что вот люди не по... Пустились вот этому всему, да, это вот им это большое спасибо, что они взялись это все, да, и пусть делают это дальше. Приезжает на праздники постоянно, как и многие жители соседних деревень. У нас тоже был клуб, разрушили весь, а вот они весь сохранили клуб, благодаря вот этому дедушку. И так у них весело. Конечно, помогает, они же здесь собираются, общаются, вот. Очень помогает. Так-то что, каждый по себе, а по праздникам, по выходным бывает, что собираются здесь. Приехали из соседнего села. Нас здесь всегда принимают тепло и уютно. Они всегда нам рады, как своим.
И мы желаем, чтобы вот действительно клуб отремонтировали. Районные артисты доезжают не всегда, поэтому сами готовят программу, но и на столы всегда сами накрывают. Что в программе у нас? Вот что на столе. Помидоры, огурцы, уха у нас самое главное сегодня. Уха варится уже вот там в сарае, в большом таком чане. Ой, вкуснятина. Тут и щучка, тут и лещи, тут и карасик, тут и ротанчик. Традиционное на празднике деревни блюдо в этом году готовят экспериментальным способом. Большой котел купили специально для больших мероприятий. Ведь людей приходит много, и надо, чтобы ухи всем хватило. Литров воды мы залили, там 10 литров, ну ведро картошки, ухи 5 килограмм этой рыбы разной, чтобы вкуснее было, наваристее. Здесь в Асеевой не ждут поддержки со стороны, они сами себе хозяева. Вот продавец сельского магазина в свободное время тоже участник самодеятельности, имеет благодарность от Дворца культуры. Лидия Обогрелова уверена, что это клуб им и жить, и строить помогает. Детей в Асеевой 30 человек, и каждый год рождаются малыши. Жители потрудились организовать отдых и для ребят. 98 жителей деревни Асеева решили взять жизнь в свои руки. Они давно не ждут, когда им кто-то что-то отремонтирует или построит. Так продолжает сохраняться сельский клуб, так появилась эта детская площадка. К дню деревни подлатали крышу, покрасили печи. Своими силами что-то делаем. До сих пор мы проводим вечера. Новый год у нас прошел на ура, как говорится. Народу было очень много. И праздники 8 марта, 23 февраля, юбилеи люди справляют. Так что клуб нам нужен. И мы вообще надеемся. Вообще, может деревня без праздника? Нет. Нет, в деревне, мне кажется, народ, вот видите, даже сегодня, да, вроде погода портит настроение, но люди, как говорится, не теряются, и все равно, вот даже из других деревень приехали к нам на праздник. Не раз им хотели запретить использовать аварийное здание. На защиту поднималась вся деревня. И в этом году случилось чудо. Приезжала комиссия из района, осмотрели здание и решили восстанавливать. Говорят даже, что возьмут на баланс и выделят культработника. Этого асеевцы ждали 10 лет. Тогда, в 2006-м, с закрытием клуба могла бы и жизнь в деревне начать затухать. Но местные не сдались. Песни и танцами только укрепляют свои позиции. В деревне не осталось ни одного пустого дома. Все скупили. Такая сила культуры в действии.